Всем привет! В этом видео я хочу рассказать, как устанавливать моды для игры Farming Simulator 17. Вы скачали моды и не знаете, куда поставить? Слушайте. Открываем мой компьютер, заходим в документы, в мой гейм, Farming Simulator 17, моды. И в эту директорию вы кидаете все скачанные свои моды. Затем вы переходите в саму игру. И в самой игре, если вы начинаете новую карьеру, нажимаем создать новую карьеру. Выбираете любое из сложности. Выбираете там модовую карту, если вы выбрали, скачали и хотите установить. И жмете продолжение. Выбираете здесь своего персонажа. Жмете продолжение, и тут ваши скачанные моды появляются. Вы на них должны поставить все галочки, если вы хотите видеть эти моды. Если не хотите видеть эти моды в самой игре, то галочку снимаете. Ну и начать. Ну а для тех, кто уже начал карьеру и играет, делаем следующее. Продолжаем карьеру. Также вас перекидывает модификации и дополнения, и также ищите те моды, которые вы добавили. На них не будет галочки. Ну, у меня все галочки стоят, поэтому все моды, которые у меня скачаны, они уже есть в игре. А те, которые вы добавили уже после, на них галочки не будет. Вы уже должны поставить сами эти галочки и жмете начать. Все, ваши моды появились в самой игре. Дальше смотрим. Вот вы зашли, загрузилась ваша игра, загрузилась ваша карта. Заходите в магазин. И обычно ваши моды находятся позади всех стандартных дефолтных модов. Ну, допустим, вот. На них будет написано мод. Бывают отдельно моды устанавливаются. Не именно там вы установили, допустим, грузовик. Смотрите, а его здесь нету. Ищите здесь, в этом списке, потому что бывает, они устанавливаются отдельно. Как вот у меня установился газон, как установился у меня комбайн, вот, советские культиваторы, ну, бывает отдельно. Если также вы не можете найти мод, переходите в категорию и смотрите здесь по именно по картинкам, по названиям. Свой мод ищите. Ну, в основном, если он здесь есть, то он и будет в игре. Все, в принципе, ничего так сложного нету. Приятной всем игры. Кому понравилось, подписываемся, ставим лайки и вступаем в группу канала ВКонтакте. Все ссылочки находятся под видео. А также вступаем в группу Farming Simulator 17. Также ссылочка находится под видео. Всем спасибо и пока.